указанное преступление уголовным законом отнесено к категории преступлений небольшой тяжести, вместе с тем обладает высокой общественной опасностью, поскольку направлено именно против жизни и здоровья человека. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Также имеются иные виды наказания в данной санкции, а именно это обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы. Данное уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения уголовного дела по существу.